И сетка, да. Мяч летит в ворот. После сетки. Да. Не касаясь стола. Таким образом, 10-2 и подача Василия. И Василий зал Румянцев. Стоя аплодирует новому чемпиону Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Да, тут зрители прям вскочили. В одиночном мужском разряде. Как радуются зрители. А мы радуемся вместе с ними и тоже поздравляем Василия Румянцева с золотой медалью чемпионата Дальневосточного федерального округа в мужском одиночном разряде. Ну что ж, это действительно Сергей с Василием подарили нам такой матч, который удовлетворит запросы любого гурмана, да, настольного тенниса. Прекрасную встречу провели спортсмены, за что мы им очень благодарны.